Привет, дорогие друзья! Многие уже знают о ситуации, которая сложилась в Приморье. Тем, кто не знает, сообщу, что в минувшее воскресенье там выбирали губернатора. При обработке результатов лидировавший все время коммунист Ищенко после подсчета 98% голосов неожиданно буквально на бровях уступает победу единороссу Тарасенко. Вот несколько деталей прошедшего дня голосования в Приморье. Первое. Депутат Госдумы от Владивостока. Конечно же, партия «Единая Россия». Денис Русинов проводит инструктаж о том, как осуществлять подвозы и карусели на выборах. Посмотрите, это фееричное видео. Госуслугам. Я там госуслугам зарегистрировался, куда идти. Если они заднюю отрабатывают, вас разворачивают и уводят вообще, значит, этот палево. Ну, то есть, это просто они знают, кто, что, посмотрев ваш паспорт. В вашем паспорте должна быть кое-какая отметка, которую Саша вам проверит, все сделает. С этой отметкой сегодня целый день двигаетесь. Ее потом стерли, и все, она простынка наша. Вам понятно? На лицевой стороне паспорт. Ну, вам все пока. Без деталей. Ваше дело сегодня есть объем работы, есть вознаграждение конкретно, есть дополнительное задание, которое рассчитано на... Вы можете постоять, кофе попить, где-то там постоять, пообщаться и где-то, может быть, просто с разведкой посмотреть, кто там где организовывает нашу забаву. Второе. В ТИК Советского района Владивостока неожиданным образом началась эвакуация людей. Кстати, на штабе у единоросса Тарасенко был экс-министр МЧС генерал Пучков, который рассчитывал въехать в Совет Федерации на этих выборах. Кто внутри, отпишите, что происходит. Учения происходят. Да не учения. Они подделывают сейчас. Ну, да. Тарасенко протаскивают. Заблокирован ТИК, они переписывают протоколы. А чтобы сейчас выгнать наших коммунистов, изображают видимость пожара. Типа всем эвакуироваться. То же самое сейчас творится в Уссурийске. То же самое? Да. Ну, с пожарными нет, но то, что заблокировали, не пускают. И протоколы переписывают. А там что, пожар, что ли? А что тут было? Учения? Учения? Да. Выборы ж идут. Ребят, вы сами что, не понимаете, что происходит? У нас дело маленькое, нам сказали... Ну, выборы фальсифицируют. Это как маленькое дело, это ж как бы... Вас это тоже касается. И, наконец, третье для иллюстрации прошедших выборов. Посмотрите на график голосования. Кривая за Ищенко... Повторюсь, неожиданным образом на 95% подсчитанных голосов начинает резкий спад. А кривая Тарасенко на той же цифре поползла вверх. Переписанные итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и Владивостоке в Советском районе. Подведение итогов выборов в Приморье отложили до 22 сентября. В администрации президента подвесили этот вопрос с целью оценить готовность коммунистов Приморья к протестам. Нет протестов, нет победы, считают в администрации президента. Незыгорь сообщает, что Сергей Владиленович Кириенко лично вылетел наблюдать ситуацию в этом регионе. Исходя из вышеописанной логики, Кириенко примет решение либо об отмене выборов, либо о победе единоросса. Администрация Приморского края спешно отменила митинг в поддержку выигравшего кандидата Андрея Тарасенко, который должен был пройти у Дома молодежи на Второй речке. А сторонники Ищенко, между тем, начали свою протестную акцию на крыльце администрации края. Они протестуют против фальсификации этих выборов. А теперь цитата. Ситуация в Приморье. АПшники подставили не только трех губернаторов, которым предстоит второй тур в воскресенье. Их легитимность под большим вопросом, даже если они честно наберут большинство голосов. А главное, они подставили президента, которому придется, грубо говоря, оправдываться перед Зюгановым. Придется. И это пока не мнение Владимира Путина. Это текст из лояльного гаранту телеграм-канала. В случае легитимизации победы Тарасенко проигравшими будут на самом деле абсолютно все,
это разрушение политической системы страны и, по большому счету, пиррова победа. А между тем, опрос в ЦИОМ по Хакасии показал, что... представитель КПРФ в случае проведения выборов получает 60% от количества опрошенных, естественно. А у представителя «Единой России» Зимина только 21%. А на сегодня это все, что надо знать о выборах в России, друзья. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на записки горожанина. Пока!